На пути к возобновлению авиасообщения Россия намерена постоянно мониторить безопасность аэропортов Египта. Москва передала Каиру проект соответствующего меморандума. Он позволит российским специалистам на законных основаниях инспектировать аэропорты Египта. Но конкретные сроки возобновления полетов назвать пока никто не берется. Россия и Египет продолжат обсуждать авиабезопасность уже после 10 января. Наша страна запретила все полеты в Египет после того, как над Синаем взорвался лайнер «Кагалым-Авиа». В результате теракта погибли 224 человека.